Мы в нашей компании занимаемся развитием двух направлений. Это развитие бренда обуви, бренда мужской обуви из натуральной кожи, ручной работы. Второе направление – это ателье по производству мужской обуви. Не знаю, я ехал по Розе Люксембург, вот так Карла Маркса подъезжал, на светофоре стоял, у меня в голове край. И все, я поехал дальше. Дочери, я думал, имя 9 месяцев, а здесь 8. Ну, какое-то у людей формируется доверие. Из натуральной кожи, подклад тоже из натуральной кожи. Блин, вот у меня боль внутри есть небольшая. То, что наш подклад люди недооценивают. Реально, вообще реально недооценивают. Потому что нет боли такой у людей, как бы люди не совсем понимают, но это же так важно. Мы делаем классические модели, мы используем. Вот здесь этот ленивый бегунок молнии, потому что это некрасиво. Хоть и удобно, но это всегда, вот верите, нет, да, у нас много-много клиентов спрашивают, почему вы не делаете молнию, это же удобно. И мы всем отказываем, потому что это некрасиво. Постоянно вот эта молния, у меня как красная тряпка, я смотрю всем, блин, с молнией, все, сразу крест на человека ставлю и иду дальше. Почти каждый раз. А бывает даже в отзывах пишут, кожа не натуральна, там, типа, туда-сюда. Но мы только с брали, конечно, делаем. Кожа натуральная, да, ручная работа. Никто не говорит то, что встречают по одежке обувь, а провожают по подкладу. Такого нет. Ну как бы по факту, ну это реально очень важно. За счет чего? Насчет подклада. Ручная работа. Иногда говорят, натуральная кожа – это неэтично. Сейчас, на самом деле, это был какой-то тренд какого-нибудь 2018 года. В последнее время такого нет. Слава богу. Потому что, ну, может быть, убивать животных для того, чтобы есть мясо, тут как бы можно, да, отсутствие этичности найти без проблем. Но натуральная кожа, да, из которой мы делаем обувь ручной работы, это просто остатки пищевой промышленности. Да, то есть, ну, это как отходы, да, то есть говорить, ругать собак за то, что они едят субпродукты какие-то, точно так же, как мы используем кожу натуральную. Мне кажется, что люди вообще хотят любить. Как бы хотят любить внутренние какие-то свои бренды. Хотят любить вообще продукты, которые в России производятся. То есть мы как бы внутренние патриоты, но мы не можем себе врать, да, то, что если вот есть там BMW, есть Lada, но мы не можем врать себе, что Lada лучше и выбирать Lada, потому что это внутренний бренд. Но мы хотим и реально поддерживаем, мы вот по стране посмотрим, реально такие бренды классно работают. Реально вот поддерживаем бренды, которые делают хороший продукт, которые сделаны в России, делают хороший продукт, классный, которые стараются, улучшаются, там, растут, развиваются. Люди хотят любить такое, и как бы они дают нам шанс, ну, даже можно так сказать. Ну, это типа, обувь же покупают там, каждый год, несколько раз в году, и они такие, ну вот, как бы куплю, попробую, посмотрю.
Подклад супер. Бомба вообще. Вот и таким образом мы стали самым крупным ателье. Может быть, кстати, не только мужской обуви. Но мужской обуви точно. И вот хочется, ну, хочется это не за 5 лет, конечно, сделать, хочется побыстрее сделать, но хочется вот через 5 лет, чтобы точно у нас были представительства во всех регионах, везде можно было заказать быстро обувь, чтобы к нам пришел заказ, мы его произвели за 7 дней, и на 7-й день, чтобы он уже ехал клиенту, чтобы конкурировать с маркетплейсами. По-моему, это прикольная идея. Ну, знаешь, как-то, короче, когда все плохо, нет никаких, нет мыслей, то, что надо закрыть там или закончить этим заниматься. Такие мысли, наоборот, может быть, даже возникают, когда расслабляешься, что-нибудь там тебе не нравится, там, туда-сюда. Ну, можно как бы обо всем подумать. А когда, типа, ты в заднице, то у тебя нет варианта, нет такого варианта, просто... Тебе мозг его вообще отрезает, и просто идешь и ищешь варианты. И варианты находятся, кстати, всегда находятся варианты. В 10-м месяце. Он именно, знаешь, не слишком быстро впитывает, для того, чтобы он сильно не пачкался, потому что если он будет очень впитывать, как губка, то есть он будет не из носостойкий. Тут как бы, знаешь, вот именно вот в этом и смысл, чтобы вот он немножко отводил влагу, но при этом оставался крепким, из носостойким, там, нога его трет постоянно. Вот. Видно, что вот она потемнела немножко. Но не сильно видно. Вот это, кстати, вообще суперский подклад. Потемнела за счет того, что влага ушла в него. Просто ушла в него тихонечко. После этого она проникнет дальше, распределится по всей коже и выведется наружу. Вибрам, вот надо посмотреть, как выглядит логотип, потому что логотип известный. Очень много на какой обуви, с какими брендами они коллаборируют. Обычно она желтенькая. Вот именно на таком виде они делают ее, ну, то есть не выделяют цвета. Ну, что про нее сказать, классная, легкая подошва. Мне очень нравится. Люди тоже любят ее, покупают, носят уже много лет. Много лет делаем, и кайф. Смотрится прекрасно. Ну, вот показать бы еще пример с плохой кожи, да у нас нет такой. Пока шли за бумажкой, смотри, пока шли за бумажкой, пришлось решить несколько вопросов и услышать несколько ответов. Не расписаться где-то нужно еще. Извините, пожалуйста. Ой, как испугалась. Короче, вам нужно делать то, что по кайфу. И вот как бы гнуть свою линию, знаешь, да, но гнуть ее не с точки зрения того, куда гнется, туда и гнем, а как бы с точки зрения аудитории. То есть, да, вот соединяется аудиторию и свои желания. И вот как бы на этом пересечении есть жизнь, есть развитие, достижение цели и все такое. Вот. Поэтому успехов вам. Если вы будете в себя верить, у вас все получится. Ну все, в принципе. Всем пока.